Доброго времени суток, дорогие друзья! Рад вас видеть на Dota 2 Champions League. Нас сегодня ожидает два замечательных матча. Альянс против ЕГЭ по системе Bot 3. Это групповая стадия Dota 2 Champions League. И здесь игры проходят по системе Bot 3. И будет у нас еще сегодня игра Natus Vincere против Mouse Sports. Правда, немного поздновато, но такие вот дела. Ну что ж, начнем мы с представления команд. Для начала я, конечно же, наберу своему сокастеру Майлшторму. Будем мы комментировать вместе с ним. Так, так, так. Сейчас у нас будет диванная аналитика. Ну, почти диванная. Я сижу на кресле. Но аналитика от этого не станет менее диванной. Нет причин для беспокойства. Алле. Ух, как громко тебя слышно. Привет. Не то чтобы я не рад этому. Привет. А сейчас мы посмотрим. Не, замечательно. Нет, на самом деле это я просто все тише сделал. Все, отлично. Ну что, поехали с представления команд начнем. Как да, обычно. Поехали. Альянсы. Что у нас есть у команды Альянс? Аки, Йоаким Актерхаль, саппорт, Адмирал Бульдог, Хенрик Анберг, хардлайнер, EGM, Джерри Лундквист, саппорт, Лода, Джонатан Берг, Кэрри и S4, Густав Магнуссон, соло мид. По мнению наших экспертов, 7 баллов из 10 агрессивности у этой команды, 9 из 10 персональный скилл, креативности у них получается 10 из 10, прям вот такие креативные ребята Альянс, и шанс на луз, при том, что есть все для победы, 2 из 10. Что добавишь? Ну, в общем-то, добавлю то, что действительно команда очень, очень думающая. Это, наверное, главное ее как бы достоинство. То есть они много, много уделяют времени подготовке именно до матча, разработке различных там стратегий. Ну и можно очень много вспомнить стратегии. Даже не стратегии, а вот таких вот фишек, которые эта команда придумывала. Начиная с DreamHack, когда они еще были на No Tide Hunter, и вот этого фейка Рошана. И заканчивая тем же там третьим интернешналом и тоже фейк Рошаном, но уже несколько по другой стратегии. Отличная команда. Да, ну переходим к их оппонентам. Это злые гении ЕГЭ. Фир, капитан команды Клинтон Лумис, саппорт. Джио, Джио Майдек, Кэрри. Мадаяк, извиняюсь. МСС, Ариф Анвар, соломид. Юниверс, Сахиль Арора. Хардлайнер и Фогет, Иоаннис Лукас, саппорт ганкер. Ну, у этой команды мы, в принципе, ее уже разбирали. Агрессивности 7 из 10, персональный скилл также 7 из 10, креативности 8 и шанс на луз у этой команды довольно высок. 5 из 10, в принципе, это реально очень высокий показатель. Вчера, кстати, они же там вроде они лидировали, да? Это. Они вчера подтвердили свой высокий показатель, точнее низкий, правильнее сказать, показатель в этом пункте, потому что действительно проиграли игру, имея огромное преимущество. Эти ребята полностью оправдали. Ну что ж, матч нас сегодня ожидает довольно интересный, как первый, так и в принципе второй. У нас сегодня две игры будет, ребят, напоминаю еще раз. И перейдем, наверное, уже к банапикам. Клокверка и ЦМ-очку забирают себе ЕГЭ, Альянсы пикают Элдер Титана и Лайфстилера. Такие вот не самые стандартные. А хотя, ну, для ЕГЭ это, наверное, стандартный пик. Вот что они влюбились ну, да. в этого Клокверка... Я прям не знаю. Ну, да, вообще, ЕГЭ команда, которая лично для меня осталась все такой же, как бы загадкой после вчерашнего дня. Тяжело что-то сказать, насколько они объективно сильны. Но вот Alliance, конечно, забрали себе два очень классных героя. Посмотрим, что они сегодня придумают. Быстренько объявлю конкурсы на сегодня. Два конкурса. Конкурс номер 9. Нужно угадать, сколько ассистов будет у EGM-а. Во всех сетах против Evil Genius, именно ассистов, именно во всех сетах суммарно. И 10-й конкурс, это нужно будет угадать, на каком герое сыграет во втором сете против Маус Нави Дэнди. Все это в нашей официальной группе ВКонтакте. Как всегда, напоминаем про ставки, MLBet и Dota Lounge за реальные деньги, и за рарки, мификалы и прочие-прочие вещи в Доте. Ну и благодарность нашим партнерам Dota2.ru. Вот, все. Все, что я хотел сказать. А сколько у нас, кстати, с покупки билетов? Сколько идет в призовой? 25 или 20? Сколько там? 25% от вырученных организаторами денег. Именно вот, вот такая формулировка, но пока что непонятно, сколько конкретно билетов было продано. Ну, во всяком случае, у меня этой инфы нету. Но единственное,
порядка там что-то 3000 светилась цифра, ну, потому что по которой можно ориентироваться по зрителям именно во время матчей. Ну, посмотрим. Я думаю, эта инфа, естественно, будет, и, естественно, призовой фонд будет увеличен. Такие дела. Да, у данного ивента и так призовой фонд довольно высок. По сравнению с другими онлайн-турнирами еще он может увеличиться, что тоже, несомненно, приятно. Я бы назвал его таким сейчас... Ну, есть ряд турниров с абсолютно таким же призовым фондом. Учитывая, что увеличится, да, он, по идее, среди онлайн-турниров на данный момент самый большой. Ну и, в общем-то, это замечательно. Деньги — это круто. Плюс он не такой протяженный, ну, точнее, он протяженный получится, но только из-за того, что очень много различных турниров будет... и лановых там, и параллельных онлайнов, из-за этого несколько растянется проведение, но, в принципе, не так много матчей, как можно... Но это не будет заметно, потому что как раз-таки будут параллельно что-то еще, то есть это не просто так пауза от балды какой-то, а именно... То есть будет что посмотреть. Ну что, перейдем опять же к нашим банапикам. Банится Лич вместе с Баунти Хантером на первой стадии от ЕГЭ. Два вот очень довольно сильных героя после вот этого нового патча. На второй стадии Чен плюс Фура. Ну, эти ребята всегда были сильны, поэтому здесь, наверное, аналитики особо никакой не требуется. Что касается Альянс, Дарксир, Тролль. Тоже два таких не самых приятных персонажа. На второй стадии Слардера забанили. Вот герой, у которого... Теперь спринты ничего не стоят, все-таки решили забанить. Ну и Нага, тут вопросов, по-моему, никаких нет. У меня только единственный вопрос, почему ее никто не пикнул на первой стадии. Вот единственный вопрос. Ну, как же ж так? Да, своя какая-то, свои какие-то мысли у Evil Genius, у Альянсов. Ну, можно сказать, что Слардар действительно неплохой бан. Еще бы отметил то, что Профит. Ну, по идее, Профит — это герой, который должен был в этой доте стать чуть слабее. Ну, потому что он как бы... дольше качается в лесу, чем тот же Чен, чем та же там Энигма, ему тяжелее, но на самом деле он стал, наоборот, сильнее, потому что как раз-таки его вторая способность, телепорт, вот с этой суперагрессивной дотой и супермобильной дотой, она стала, ну, невероятно юзабельна, и поэтому отправляют его в Evil Genius Ban. Но пока что пик у ЕГЭ выглядит просто уничтожительным. У Альянсов, конечно. Я не знаю, как там Evil Genius думают вообще играть против всего этого, но выглядит это действительно грозно. И Лайфстиллера отдали, и Элдер Титана отдали, теперь еще и Визажа. Ну, то есть топовый кэрри, топовый соло-мидер и топовый саппорт фактически на данный момент. Ну вот там. Я скажу пару слов про Найтсталкера. Вчера его пикали и Сигма, и ЕГЭ, реализовать ни там толком не удалось. Но вот сейчас вот я вижу небольшой потенциал все-таки. Ну, во-первых, Шейкер, который будет давать фиссуры теперь уже точно во время ночи, с такого расстояния, что тебя даже видно не будет. Что откуда прилетело, непонятно. Клокверк, который тоже может в любой момент подтянуться к Найтсталкеру и помочь с хукшота, и дальнобойкие довольно-таки обилки у Кристал Мейден. Вот что-то такое, вот что-то есть в этом пике, но когда ты смотришь на пик Альянс, видишь там Лайфстиллера, которого очень сложно загангать, убить, видишь Визажа, которого тоже... Поначалу просто. У него очень маленький резист, его подрезали довольно плотно, и поначалу его убивать легко, но что будет потом? Ну, посмотрим. Вот он, Магнусон. Да, Магнус. Магнус на Магнусе, ну, действительно интересное решение, то есть был пикнуть Элдер Титан, формально это герой, который должен играться соло-мид, ну, во всяком случае, чаще всего, но ничего не мешает ему переквалифицироваться в саппорта, а Магнус отправить на мид, более того, Магнус вообще может пойти на хард, и здесь очень много вариантов, но я сомневаюсь, что СФО отдаст кому-то этого героя, но это как бы не имеет смысла, человек, который настолько круто играет на Магнусе, отдавать там тому же Бульдогу, который, может быть, сыграет тоже неплохо, но все-таки нужно понимать, что до СФО ему не дотянуть. Не, ну, если он пойдет в... Не, Адмирал Бульдог — это дротина еще та, тут дело в том, что кто... Версута, скинь ссылку на группу... Ой, ребята, все ссылки, которые могут улучшить вашу жизнь, превратить ее в сказку, они есть ВКонтакте. Вот у меня на странице, можете зайти. Тут ссылка на сайт на русском языке, ссылка на сайт на английском языке, Twitter, Facebook, ВКонтакт, YouTube, Steam группа, все есть. Просто... Ну, в принципе, на русскоязычном сайте исчерпывающая информация. Да, можете зайти просто на d2cl.ru и там все найти. Да, тут... просто абсолютно вся инфа, которую нужно. Смотрим, что у нас дальше происходит. Последний бан был Мишка, вот как раз-таки адмирала Бульдоговский медведь этот, которого начали опять ему пикать спустя очень долгое время.
Ну и, я так понимаю, Вилджиниус остался кэрри, поэтому банят Луну. Самого, наверное, популярного такого агильного кэрри на данный момент. Я не знаю, почему она настолько стала популярна. Ну, в принципе, почему нет? Хороший прокаст. Да, да, вот именно то, что у нее есть аура, которая дает возможность пушить, агрессивную доту делать. И, конечно же, ее ультимейт вместе с ее бимом. Маленький кулдаун, дальнобойкость довольно хорошая, и опять же вот этот вижен ночной хороший. То есть у нее огромные плюсы. Она с этой агрессивной дотой, наоборот, стала еще более популярна. Потому что на ее фоне другие керри, они проигрывают. Она такая более гибкая, то есть может драться. Но, опять же, не забываем о том, что очень тощий, конечно, герой. И есть у нее, конечно, свои минусы. Но при этом она остается в пиках. Dragon Knight. Вот у ЕГЭ. Да, это интересно. Я так понимаю, Найтсталкер будет, судя по всему, фармящий. Dragon Knight пойдет в мид против Магнуса. Ну, в принципе, герои на самом деле очень схожие. ДК и Найтсталкер. И тот может фармить. Ну, такие они, скажем, оба толстые танки, у которых есть все-таки некоторый дефицит урона именно с руки за счет того, что достаточно низкая там и скорость атаки. Но оба героя могут там собраться в каких-то жестких дамагеров, но это достаточно тяжело и, как правило, доминирует именно вот на какой-то, ну, в каком-то мидгейме, и Alliance отвечают думом. Это хорошее, на мой взгляд, решение. Если мы посмотрим на пик Alliance, во-первых, у них супер мобильные линии, они могут поставить вообще как угодно свои лайны. Буквально вот любого героя в любую позицию. У них просто очень сильные герои, то есть каждый. У Evil Genius, на мой взгляд, явный пробел в кэрри. Ну, то есть пикать жирного ДК, жирного Найтсталкера и против лайфстиллера. Ну, они рассчитывают на агрессивную, быструю доту. И есть, опять же, огромнейший недостаток этого лайфстиллера — его вижен. У него вроде, казалось бы, есть рейдж, который прожал, и все беды его как бы обходят стороной. Но есть фиссура, есть тот же сайленс, который будет каститься с расстояния, с которого толком ты даже видеть не будешь. Вот, я думаю, ставка идет именно на это. И если ЕГЭ будут реализовывать свой пик грамотно, будут все делать четко со своей агрессией и пуш-потенциалом, они могут задавить Альянсы. И они понимают, что они играют против Альянса. Это не какие-нибудь там ребята, против которых можно попытаться пофармить. Нет, если ты их задавишь в начале, есть шанс выиграть. Если нет, то тут уже не раздуплишься. У Альянса Адмирал Бульдог, значит, будет играть на Думбрингере Лода Лайфстиллер. Майл. Да, у меня что-то странное с дотой, я сейчас вернусь. Окей. ЕГМ на Элдер Титане. Визаж Аке и S4 будет играть у нас на Магнусе. ЕГЭ, Фир на Шейкере, CM-очка Фогет, Джио Dragon Knight, Баланар Малабар, Малабар Баланарович, Найтсталкер, Найтсталкер, МСС, извиняюсь. Малабар, это мармелад который? Да. Вкусная, кстати, штука. И Юниверс Клокверк. Альянс выиграли ЕГЭ 10 раз из 12 игр. Ну вот, как бы, поэтому они пытаются как-то нащупать, то есть они как бы понимают, что шанс выиграть у Альянс крайне мал. Надо стараться как-то удивлять своих противников, нащупывать доту. И вот ЕГЭ и вообще все американские дотеры должны понимать, что их вот эта терпа дота на Верочку, как раньше была, она не работает. Сейчас надо рисковать, брать агрессию и драться. Так, ну, вроде бы я вернулся. Непонятно, правда, что у меня тут со звуком в Dota TV. Не хочет он. Ну, ладно. А, вот все появился. Должен был появиться. Ну, ладно, не пойдет. Отлично. Так, ну, все. Мы ready. Игроки ready. Даже крипы ready. Сразу, вот что можно сказать про команду Alliance, это команда, против которой крайне редко работают какие-то неожиданные хитрые заготовки. Сколько раз я там видел, да и все вы тоже, наверное, видели Na'Vi пытающиеся... Ой, слушай, а на топе-то EGM, а нормально притюкивают, но убить, наверное, не получится, да? Ага, не получилось. Да, там очень-очень плотно бы его просадили. Так слушай, вот, очень... тут еще, они не дают нам даже на секунду раздуплиться. Ты посмотри, что творит Аки вместе с Фиром. Да, вот это как раз-таки Аки делает очень правильную вещь сейчас. Он не дает отводить вот этих вот крипов на эншентов. Так, у нас какая-то небольшая пауза. Да, Лода просит секунду, и вот как раз у нас есть секунда. Так вот, сколько раз там Na'Vi что-то пытались сделать? Ну, наверное, они чаще всего пытались что-то придумать, все остальные команды больше полагаются на стандарт против Alliance.
ну, практически никогда какая-то вот задумка необычная против этих шведов не прокатывает. Потому что все, что рассчитано на то, что я неожиданно сделаю, они не будут готовы, все не работает против этих ребят. Они всегда получаются готовы. Они всегда тебе там поставят какой-то нужный вард или поменяют как-то линии очень хитро. Ну, альянсы, безусловно, ребята, которые могут адаптироваться, но я бы все-таки, если был бы показатель адаптации к играм, да, к новым каким-то пикам от оппонента, я бы довольно, ну, по 10-бальной системе поставил бы максимум семерочку. Почему? Ну, я был очевидцем просто многих игр, они проиграли перуанцам, понимаешь? Это перуанским дотерам, я помню, они слили, которые... пикнули там какой-то набор сварки, какие-то вайперы на тот момент, это было как-то вообще, ну, дико, и они выиграли у Альянс, отжали карту, я сидел, думал, господи, как такое вообще возможно, как Альянс, они должны были даже закрытыми глазами их выиграть, но вот, то есть они иногда показывают, вот сейчас, да, например, они понимают, что вроде этот шейкер должен что-то делать, и вот Аки бегает и не дает ему ничего, ну, простор для маневра у него никакой сейчас у шейкера. А против перуанцев не сработало. Против там еще были какие-то ребята, которые тоже неожиданностью взяли. То есть вот альянсы, они ребята очень... То есть у них своей креативности дохренища. Они могут прийти, убить Рошана, и у тебя не будет ни единого шанса, чтобы его как-то отдефить. А при этом, если против них что-то придумать, они могут все-таки просесть. Вот. Ну это, в принципе, нормальная ситуация, но потому что... как бы на то это и заготовки и делаются, чтобы как-то соперника удивить. Любая команда, я думаю, может как-то проиграть очень неожиданные какой-то заготовки оппонентов. Я даже вот не могу вспомнить ни одну команду, которая вот за всю свою историю не слила какой-то достаточно важный матч каким-то непонятным ребятам, которые, ну там, грубо говоря, являются аутсайдерами, ну, либо хотя бы не являются фаворитами. Ну да. Ну, вот, собственно, стата по Магнусу у нас от СФО. Это, наверное, сейчас является визитной карточкой альянсов, потому что больше ни одна команда не пикает, только альянсы. Причем очень странно это выглядит, потому что ни одна команда не пикает, а они пикают, и у них он просто тащит игру за игрой. Против Натус Винсера этот товарищ сошел прям шикарнейшим образом. Ну вот это такой герой, который действительно может там в одиночку фактически выиграть драку, потому что у него есть такие спылы. Такой спел будем. Да, такой спел. То есть ему не нужно там как-то раскастовывать, как Энигме, хотя Энигма так-то еще жестче. Ему просто достаточно буквально одну секунду выбрать момент, запрыгнуть туда. Шейкер тем временем закрыл Аки, у Аки некоторые проблемы, Аки сейчас может умереть. Ну да, вот если кто-то подтянется, а сюда подтягиваются, фласки у Аки нет, он надеется только на свой грейв чил и на личный мувспид 295 мс. Маны у шейкера нет, он кларити не собирается пить, вот сейчас вязается грейв чил и Аки сваливает. Ну посмотри, какой хитрец. И за ним еще тут кто-то гнался вроде бы. Да, там Клокверк отходил, Клокверк передумал. Аки сейчас нужно сделать тычку по шейкеру, он делает все очень правильно, он сбивает кларити, и маны теперь не хватит вообще никак. Ой, с трех сторон зажимает СМ-очка, это 100% ферстблад. Оп, халява. Аки допрыгался. Адмирал Буток получил приз. За то, что... Да, довольно забавно. Вообще никнеймов вот таких, которые призы получают, очень много забавных. Там Артстайл Вангуардович, помню, получал приз. Вот такие вот ребята у нас. Ну вот Аки отдал ФБ, ну, конечно, времени он выиграл тоже очень много. Но в любом случае это ни в коей мере не плюс. Лода включает рейдж, снизу дерется с Юниверсом. Но мы, собственно, видим уже, насколько силен Лайфстиллер и как же тяжело против него, ну, в принципе, и любому герою, и Клокверку в частности. Хотя Клокверк-то парень, который обычно, оставшись там один на один с героем, чувствует себя превосходно. Но не в этом случае. Ну, Лода тут уже купил себе арбу, Аки пошел отводить крипов, Дум вообще фармит в лесу. Вот опять же о пассивности. Казалось бы, альянсы, они порой играют настолько агрессивно, но все-таки они любят вот такой вот уйти просто в какую-то доту, где никто никого не трогает и чувствует в ней себя так хорошо. Просто вот этот Дум, он там стоит в лесу, фармит, и при желании он там будет стоять, точнее при возможности, он будет стоять там минут 20, не знаю, пока не выфармит все, что только можно.
Да, вот в старые добрые времена, я помню, гирокоптера от Лоды, когда вся команда работала на него, и он на 20-й минуте там чуть ли не 4 слота имел, ему там просто пулили, 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 кучу стаков делали, он шел, фармил, и как бы вот дота минут 20 идет там чуть ли не 0-0 там счет, там разве что в миде какой-то непонятный ганг, драка какая-то такая кривая получается, и единственный фраг за всю игру. То есть альянсы, они вообще умеют. Если бы дота была направлена именно чисто вот на такие хитрые фармы, то альянс, наверное, были бы вообще вне конкуренции. Эти Ну, ребята умеют. фнатики еще тоже любят. Вообще, это было, наверное, во время еще Eternal Envy, когда Eternal Envy, там, бегая на 60-й минуте с одним сапогом, умудрялся Лоду зафармить так, что у Лоды там просто был и байбек, и 6 слотов, и еще 10 тысяч сверху. Да, вот-вот. Я вот про эти времена и говорю. Ну, сейчас, конечно, они немножечко изменили свой стиль, да и, в принципе, это правильно, потому что, ну, Конечно. она такая дота была не очень продуктивная, ну, что, собственно, мы и видим по результатам. 4-я минута, достаточно пассивно у нас по-прежнему фармят все керри. Единственное, какой-то экшен происходит на нижней линии из-за того, что там контактный клокер, который, ну, все время пытается как-то развлечь своего визави, но это у него получается, как мы видим, не то чтобы очень круто, потому что Вот, Лода. ЕГМ отцепляют, хорошо, вот тут продамаживают, это еще один фраг, Ой, 2-0. куда ты ЕГ хорошо начинает эту продул его карту. насквозь просто, Джио. Да, Evil Genius повели. Поджег ему там одно Поджог. известное дотерское место, которое иногда... Ой-ой-ой, ESFO на миде умирает от МСС. МСС вчера неплох был на Найтсталкере, в принципе, в одной из игр, но не хватило этого Evil Genius все равно. Ну что, 3-0, начало просто отличное. Теперь бы только реализовать. Не стоит забывать о том, что в лейт нельзя ни в коем случае уходить Evil Genius. Как-то там пассивничать до 30-й, 40-й минуты. Это будет плохо, потому что Визаж купит себе Аганиму, Лайфстиллера будут хорошие артефакты у Дума и Да, Магнус. тут без сомнений. Магнус создаст платформу для того, чтобы выиграть доту просто одной кнопкой. А ребята там, у Думбрингера тоже, в принципе, у них такой довольно интересный пик. Лайфстиллер райт-кликом нажимает, больше ничего не надо. Думбрингер опять на топе убивает, но теперь Элдер Титан сам зашел слишком далеко. Я не понимаю, в чем причина этого фида, но что-то прям по кулдауну отдается ЕГМ. Что с ним не так? Ой-ой-ой, у Лоды проблемы, у Лоды нету рейджа, Лоди вешают саунс, но у него... Да, это минус Фраг Лоды. оставляет. Просто вот И из-за Аки Аки. тоже должен умирать, хукшот минус Аки, какой просто фит. И впервые за долгое время, наконец-то, видно вот этого Найтсталкера, который в первую ночь побежал и просто сделал очень-очень больно своим оппонентам. Фиссуры перекрывает, но Магнус он настроен серьезно, забирает хосту, заходит к нему сзади Найтсталкер, есть, конечно же, хоста, и нужно отсюда уходить. Ой-ой-ой, какой быстрый сталкер-то, он бы еще и побежал, и Под там что, фейзами-то, маны не было? конечно. Не, мана была, а че он не побежал? Он мог реально побежать и с файда просто Магнуса расщепить. Третий, четвертый воет. Не, ну там 300 хп у него было, плюс ботл можно попить. Но он бы мог его понапрягать, но не стал тратить свое время. Все равно фраг бы он точно не сделал. На хосте МС повыше, и хп там было больше, чем воет дамажит. Ну, убегает отсюда в МСС. Под этой Арканаурой ему еще приятней гангать. У него довольно быстрые фейзы ботл стики. Можно перемещаться прям. Ну, правда, скоро уже день наступит. Надо бы пошустрее ему еще один ганг оформить. Дальше опять придется фармить. Чуть полегче станет альянсом. Но вот альянсы, они каким-то образом... Вот помнишь вот эти времена, когда альянс умирает, умирает, там счет может быть 0-10, 0-15, а какой-нибудь Адмирал Бульдог на каком-нибудь Лондруиде фармит себе спокойно Радианс к 16-й минуте, выходит и дота начинает переворачиваться. Но вот сейчас Адмирал Бульдог играет на Думбрингере. Перевернет, не перевернет, черт его знает. Да, Вроде это как хороший фейзы. вопрос. Такие айтемы, да, тут я смотрю, что-то как-то... Ой, неудачную фиссуру, но все равно убивают в итоге Лоду. Просто это Хукшот шейкер на Аки нападает, пиздец. драка продолжается. Ну как драка, избиение продолжается. Альянсы вообще ничего сделать не могут. Полнейшая доминация со стороны ЕГЭ. Ого. Да, и Себе. причем ЕГЭ так уже почувствовали силушку. У них все прям получается. Каждый ганг. Причем получается он так, что они убивают там не просто одного, они убивают всех, кто есть на линии. И S4. сейчас очень большие проблемы. S4 просто вгрызается в тауэр, лишь бы побыстрее как-то его снести, иначе, ну, беда полнейшая. Они ни одного тауэра не снесли, ни одного фрага не сделали. Universe
Мирс просто... Вообще. Вот это вот дожились, да? Перед носом тп-аут. Ну а что ему сделать может лайфстиллер? Ничего. Это в любом случае это всегда так. Ну, как бы не думаешь, что это прям какое-то там неприятное ощущение вызовет лоды, но это всегда немножко так коробит, я не знаю, морально. Да ты офигел, вот такие улетает, мысли а лоды. Ты ничего не можешь сделать. Ну, он как бы говорит... Опа, реверс полярити, ты посмотри, как плотно взялись, но здесь хорошо... Ох, зацепило, ничего себе. Затянуло в трещину. Да, наступил на щель, его туда засосало как... Как в пылесос просто Найтсталкера. Ну и СВО, конечно, сделал как-то очень круто. И вот, кстати, видно сейчас, насколько важно то, что реально Магнусу изменили этот поворот. Он так быстро повернулся. Но это как бы мелочь, он бы и на старой версии, я думаю, сделал бы тоже все очень-очень. Так, слушай, а тут визажа убили за Юниверсом погоня, и вот тут крипы его еще грызут. Гнолы дамажат. Ага. И надо пару тычек, но есть коги и тп-аут, и Лода ничего сделать не может. Лода может только отчаянно грызть эти коги, надеясь, что с плышой, как у Свена, знаешь, так оп-оп. Это, конечно, была от Лода, наверное, ошибка. Нужно было до конца за Клокверком гнаться. Он надеялся, что убьет с ульты, но там у Клокверка были стики, он прожал эти стики. Ну и как бы Лода уже все, отошел от Клокверка, Клокверк просто отбежал, дал коги. Так бы Лода само собой убил. Но в итоге Клокверк убивает визажа и просто телепортируется отсюда. Опять же... Все отлично. Ну вот у СФО. СФО может, как бы... У него скоро дагер, реально скоро, 10-я минута. Ему буквально еще там пару пачек зафармить, плюс тикает золото сейчас быстро. И с дагером, в принципе, Магнус действительно может что-то перевернуть. Но вот проблема, то что у оппонентов есть клокер, который не будет долго так, ждать. Так, у тебя робовойс пошел какой-то, давай-ка я тебе перезвоню. Давай. Быстренько. Да, но у меня по-прежнему вот. Продолжает пожить интернет. На бульдога напали, бульдог ничего не может сделать. Он даже не может замахнуться, чтобы кинуть в Юниверса Дум. Юниверс 3-0-3. Замечательная игра от ЕГЭ. Альянсы сделали только один фраг, который там был, ну, такой довольно нежданный от S4. Он так стоит, оп, резко ульту, резко притянул под тауэр. Но это пока единственное, что они сделали. Печаль полнейшая для Альянс. Тем временем еще фармит Джио, как бы он особо не участвует там в драках. Лода, как он сейчас включил этот рейдж просто заранее и заивейдил Фиссуру. Но с одной стороны 10-1, но с другой стороны, если мы посмотрим на графики, то есть порой в некоторых играх даже при счете 0-0 такое же преимущество есть у команд за счет того, что там она фармит больше лес. То есть здесь главный момент сейчас, как альянсы отнесутся, ну, с моральной точки зрения, то есть если они по-прежнему сосредоточены и понимают, что на самом деле еще ничего страшного не произошло. Ну вот очередное нападение на Лоду и Зайца Коги не получилось сжечь ему ману там под фиссурой. Ну да, если альянсы не будут дезморалиться и будут играть... Так вообще, альянс очень сложно задезморалить, это для них очень вполне, ну, такая стандартная ситуация, то, что они начало игры там каким-то образом сливают, это уже не впервые для них. Я думаю, они дезморалиться не будут, но тут... Опа! Опять цепляют, есть чем уйти, по идее, у S4, но почему-то он не уходит, вот, сваливает, Дум повесили на Фогета, погоня за Адмирал Бульдогом, Адмирал Бульдог пытается сваливать, хороший МС... Соло Сумшон, Юниверс теперь уходит. Подрубается ночь, МСС в действии, Сайленс. Ну вот, в общем-то, попинали друг друга. Столько всего было закастовано, а все живы. Ну просто фантастически сейчас Альянс все сделали, прямо и вышку. Ну вышку они не забрали, заставили заденайт, но тем не менее у них никто не умер. СВО приносит себе дагер, и в принципе преимущество у них не такое большое. Ну ЕГЭ знают об Альянсах, один, это знают все абсолютно в мире, что Альянс будут играть до конца. Они вообще даже из проигранных игр не выходят, пока им трон не сломают. Они будут играть и бороться до конца, поэтому Evil Genius сейчас... прекрасно это осознают и должны наращивать преимущество, должны, ну, ни в коем случае не расслабляться, потому что тут уже Альянс начинают как бы выкарабкиваться потихоньку, уже какие-то хорошие действия есть и от них, то есть Лоду не смогли забрать, вышку поднапрягли, никого не забрали из Альянсов, несмотря на заюзанную ночь, ну и вот смотрим дальше, что будет. Но они не расслабляются, они прилетели, заденайли тауэр, не отдали деньги врагам. И учитывая, вот если глянуть именно на графики, то они вот ступенечкой, ступенька за ступенькой, графики только нарастают. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, вряд ли ЕГЭ будут отпускать эту карту. Вцепятся за нее 100%.
Тут альянсом вывернуть будет крайне сложно. Выберите вашу карту. EGM. EGM, походу, приплыл. Ну, EGM в этой игре я нафидонил крайне много. У него есть 1200 голды, не тратит. Вот остается буквально 1000. Ну, здесь купил. Уже очень тяжело вот таким героям без эскейпа. То есть Магнус еще как-то может, в принципе, Лайфстиллер тоже. А вот Элдер Титану неповоротливому и Думу против Клокверка играть уже очень тяжело, потому что есть полный контроль карты. Ну, не полный, но очень хороший контроль карты от Evil Genius. Клокверк просто бегает, ищет цель. Лода 2000. Что там у Лоды? Побежал. Лода сейчас армлет себе в скором времени купит. Да, да. Такое, конечно. К 13 минуте мы уже привыкли видеть армлет, но когда у лайфстиллера 0-2, вряд ли. 6000 нетворса, кстати, у товарища Джио. И почти 5000 МСС. Причем нетворс МСС и С4 почти одинаковый. Опять эти два брасера на фире стратежные. Он прекрасно все понимает на шейкере. Ну и здесь, наверное, сейчас будут собираться, конечно, БКБ на Найтсталкере. На ДК, наверное, нет. Ну, на ДК мы видим Shadow Blade. Но здесь очень нужно вот именно собрать какому-то из этих героев будет в определенный момент вместо там Катараски или Кирасы просто какой-то, я не знаю, Дейдалус. Чтобы действительно много урона наносить. Потому что это получится два жирных танка, которые не смогут никого убить. Которые будут очень долго танковать, но урона у них будет не так много. Клокверк опять выходит, сейчас найдет СФО. Находит СФО, СФО уходит. Шот, он зацепил его все-таки, но там еще есть сквер. И он его юзает, но увозит за собой. Реверс полярити, Дум, повесили все, что можно на Юниверса. Юниверс минус, СФО еще и фраг получает. Вот это поворот событий, пошла трещина, неприятно Адмирал Бульдогу. Бульдога должны здесь забрать, и погоня уже не имеет смысла продолжаться. Можно пойти Рошана забрать, вот что имеет смысл. Но они не хотят. Насколько же жесткий ультимейт у Дума. Он просто... Клокверк должен был убивать этого Магнуса, но Дум отменил ему первый скилл. И он просто перестал тарахтеть, Магнус убежал. Плюс еще это РП, и в итоге не смогли забрать Магнуса, забрали Дума, но... Так, на Лоду напали? Нет. Ну тут, я думаю, должны кое-как отковыряться Альянс. Да. Надо. Но у них есть вроде чем отбиваться, там всякие Астрал Спириты, Шоквейвы. Этого вполне достаточно, чтобы разобраться с крипами. Но, в принципе, Джио там очень жестко пробивает товара. Вот зря они, наверное, не пошли на Рошана. Хотя, тут такое тоже, ковыряли бы они долго его, урна не заряжена. Можно было бы просесть. Просто РП было потрачено, и вроде как получилось фраг сделать. Ну да ладно. Ну что, под смоками будут ловить. Да, конечно, очень хочется СФО убить. Вот, опять его поймали, но его сложно. Вот он опять притаскивает, и посмотри, как далеко он его увозит. Шоквейв, Юниверс проседает на пол хп, остается буквально 300 хп. Этот парень уже жалеет о том, что он врывается на Магнуса. Господи, Солосумша, 200 хп, фисурка, не дали пройти. Ой-ой-ой, СФО! А от чего он... Шоквейв? Это посмотри, просто жесть, какой царь. С балкона. Это просто невероятно. Уже Клокверк уходил, но дотянулся. Избрил ему последние хп. Ну и Сфорд просто в ударе. Я не знаю, что он творит. Его пытаются убить, и второй раз уже не получается. Так теперь он носит Клокверка без размена. Ну, да, вот это конечно. Да. Начинает ошибаться. Три фрага уже отдали ЕГЭ Альянсом. Казалось бы, три фрага, но игра начинает переворачиваться. Из 4000 золота становится уже 3000. И на 17 минуте 3000 это вообще практически ничего. 1000 экспы тоже было 3, стало 1000. Начинает игруля потихонечку перетягиваться в пользу Альянс. Не вывозят ЕГЭ. Не хватает им чего-то. А теперь, понимаешь, еще и морально. Они же, игроки, не видят эти графики. Evil Genius видит счет 12-3 в свою пользу. И понимают, что несмотря на то, что они месили Альянсов и делали с ними вроде что хотели, сейчас они не могут ничего им сделать. Ну не то, что не могут ничего, но сейчас они на равных играют. Нету такого преимущества. И как бы осознать это, ну, очень непросто. То, что я столько убивал вражеских героев, а они все равно сильные. Как так? Что произошло? А все во многом из-за Дума, который качался в лесу, в общем-то. У Evil Genius никто в лесу не качался. И он как раз вот эту разницу отфармил.
Вот Магнус вообще не самая лучшая цель для нападения, ну, для Клокерка, во всяком случае. Если Балонар еще вешает Сайленс, то другое дело. Но вот если Сайленса нет, нападать идея не самая хорошая. Даже не знаю, как-то странновато немного действует ЕГЭ. Вместо того, чтобы ломать товара, у них все есть для этого, чтобы ломать товара, и они почему-то как-то глуповато своим преимуществом распоряжаются, а теперь этого преимущества, по сути-то, и нет. Но тоже вот, ну, тяжело, как бы, против этого Магнуса пушить, ты не можешь собираться в пятером, несмотря на то, что есть ДК, как-то вот альянсы очень вязкие такие, отбивают все свои вышки, но все-таки, да, Evil Genius, наверное, стоит чуть поактивнее быть, ну, вот сейчас они выходят и, наверное, запушат эту линию. Еще этот Elder Titan, конечно, просто неприятнейший герой. Какая у него там аура уже? Четвертая аура, то есть и та же волна Магнуса гораздо больнее, ну, входит. Вот все-таки ЕГЭ забирают в наглую на морозе, просто забирают таур. На топе свой таур будут дефить, сразу два телепорта. Лода все-таки ласт-хитит до последнего. Дум повесили на Джио, вгрызается в него, подтягивает сюда Клокверк. В Коги затягивают бульдожика, не особо ему здесь приятно. Нужно хотя бы попытаться ЦМ-ку отжать, нет, ничего не выходит, ЦМ-ка жива. Лода продолжает погоню, сзади подтягивается Акису. Assumption есть, но Фоги-то здесь уже точно заберут, пытается он догнать Юниверса, но Аки уже Юниверса не догонит, МС явно не хватит. Ну тем вот как временем бы в миде сейчас будет тоже очередное нападение, ребята не дают вообще ни секунды продохнуть, у ЕГМа проблемы, но здесь два телепорта и уже надо уносить ноги. Да, вот ушли. Ты понимаешь, как он сильно Найтсталкер сейчас испугался этого Магнуса и правильно сделал, потому что он увидел синий огонек, что телепортируется Магнус. И вроде бы казалось, Elder Titan, бери и убивай его. Но страшно, потому что прыгнет РП, увезет под вышку и все, и разложит. И сверху тоже Джио промедлил, не выдал почему-то Dragon Tail в Дума. Ну и как бы размен-то получился 2-1, Дума забрали, но потеряли и Dragon Knight, и Crystal Maiden. И уже 5-13, если мы сейчас откроем... По графикам ситуацию мы увидим, что опыт уже в ноль, например. А золото 3000 это на 20-й минуте не так уж и много, учитывая, что это преимущество, оно не растет. И альянсам, ну, видно, как им комфортно уже начинает... Начинают они комфортно играть в эту доту. Да, дамага, у ЕГЭ скоро не хватит тупо демеджа, чтобы убить толстого Думбрингера, толстого Лайфстилера, там, Магнуса. А вот как раз-таки у Альянса этого дамага вполне достаточно будет. И Лайфстилер оденется, и под аурой Астрал Спирита, вот этот Астрал Спирит, господи, Элдер Титана с его пассивочкой, ЕГМ выиграл, оп. Слушай, ну это, конечно, жесть какая-то. Тут еще продолжается драка. Бульдог зацепили под Коги. И этого товарища здесь не должны отпустить. Успели Коги чуть-чуть его подтолкнуть. Уходит. А вот Юниверс нет. И опять забирает фраг Магнус. Аки очень вовремя подлетел. Дум, конечно, он не такой жирный герой. Ну вот, как бы 1400 хп, это немало. Ой-ой-ой, неужели догонит? Но суть в том, то, что его вторая... способность дает ему такой невероятный реген, и его очень тяжело бывает забрать именно под вот этой второй способностью. Плюс подстраховал Аки, ну, плюс забрали Лоду. Вот что главный плюс для Evil Genius. Там Шейкер, видимо, влетел как-то. Я, честно говоря, не увидел. А, у Шейкера Дагер. Ну, все понятно. Шейкер просто не выпустил. Ну, фир это божило. Фир на Шейкере божит. Фир 1.04 опять пока что не умирает, но я боюсь, что его здесь не хватит. Вот это вот есть такое опасение. Это не тот герой, ну вот точнее не против тех героев он играет, против которых можно ворваться и типа там как-то разнести сульты. Потому что там реально все очень толстые, уже и визаж толстый, пассивочка появилась на 2 единицы, уже визажа убить будет тоже крайне сложно. В общем говоря, все больше и больше трудностей у ЕГЭ. Балонар, БКБ, ну Балонар шмотки вполне хорошие, но дамага нет, толку от этого БКБ, толка маловато. Все тяжелее и тяжелее. И, кстати, Empower тоже как бы очень приятная способность, которую можно будет вот развешивать на всяких Doombringer'ов. И вот, казалось бы, Doom тоже не самый жесткий DPS'ер, но под Empower'ом будет впиливать очень слабо. Ну, на самом деле, Doom, вот если сравнить его с тем же ДК или Найтсталкером, ну, как бы он примерно такой же именно по дамагу с руки, потому что у ДК... Ну, у ДК есть его вот этот вот замораживающий эффект в качестве бонуса. У Найтсталкера скорость атаки за счет ночи. Ну, а Дума, как правило, это аура волка, которую он съедает. Да, правда, да, сейчас да. У него весьма странный съеден сатир. Интересно, это такая задумка действительно? Кого-то там пурджить?
Ну, Пурш на самом деле очень хорошая абилка. Единственный минус этой абилки — это стоимость 120 маны, но маны у Дума, в принципе, достаточно. И рейндж каста очень маленький, там, по сырьём, почти вплотную кастится. Это, конечно, жесть. Но Пурш очень крутой. По сути, это если этот Пурш будет снимать, например, Silence Nightstalker, я не уверен, но если он будет снимать, то это будет очень круто. Не, а почему он должен, по идее, снимать? Вопрос в том, то, что, ну, вообще, что О, можно волка здесь нашел. Все, спойлить? все. Забыл он про Пурша, он увидел волка. Наконец-таки. Вообще не Вот. исключено то, что какого-то просто надо было кого-то съесть, а когда по тебе попадается спаун сатиров, там у тебя нет выбора, ты любого крипа ешь, и тебе дается какая-то не очень крутая Да, лучше способность. маленького съесть, чтобы с больших побольше золота поднять. А, Ну, нет, стоп, я собственно. туплю. Не так. Все не так. Все равно золото получишь. Но тогда не знаю, почему он маленького съел. Непонятно. Ну, любит обижать. Я бью женщин и детей. Большой, большой ты такой дум, да. И вот он, Empower, 200 с лихом уже дэмэджа у этого Думбрингера. Критуля там будет вылетать. Двухкратная под 400. Вот. Солидный дядя. А у кого тут? Кто может похвастаться критой в 400? У Драгонайта там 100 урона кое-как набирается, 150 с хреном тут у Найтсталкера. Такие дамагеры. Ну вот есть уже БКБ у Магнуса, нафармил он себе этот артефакт. На самом деле не стоит недооценивать, даже в самой такой безобидной ситуации, где минимум дизейблов есть у оппонентов, это необходимый ар для Магнуса, для того, чтобы ты мог быть уверен, что ты ворвешься и ты скастуешь свой реверс полярити. Что бы там ни было, будут там коги, или будут там какие-то фиссуры, или может быть там тизер веспа, которого сейчас нет, да и который сейчас не станет. Но тем не менее, БКБ это действительно хороший нужный артефакт. Ну и вот БКБ есть уже у одного. Элдер Титан будет вторым героем, которому также важна эта БКБшка. Ну и в принципе Лайфстиллер Рейдж. В итоге три героя с Мэджик Имуном фактически есть. Я думаю, Дум... Ну, Дум решил проще сделать. Он боится Клокверка, он купил себе просто форстав, а остальных героев он как бы не очень боится, видимо. Но Ну, тоже собирает Думбрингер. БКБ. Купил Огрклаб. Думбрингер просто, ну, форс, я не знаю, мне кажется, тупо некому было форс покупать, он и купил форс. Я не думаю, что он боится именно этого клокверка, просто кому-то нужен был форс в Ну да, команде. форстафить там и союзников можно, и себя там Да. зафорстафить. И Ему... Скогов форс все равно выталкивает, хоть и весьма криво. И вообще обещали, что не будет выталкивать, но тем не менее. А, даже так. Но это, блин, этот Клокверк реально бесячий герой. Если еще и форс работать не будет. Хо-хоу. Ну, Клокверк станет очень популярным был прям. патч, это где-то, ну, больше чем полгода назад уже, в котором было написано: все, теперь нельзя форстафнуться там из когов. По-моему, это примерно одновременно с Кинетик Филдом было. Но как бы он стал гораздо хуже стафиться, но стафиться все еще нормально. Ну, все-таки работает. 6-14 тем временем счет на табло. 0-0 по картам. Бот 3, Dota 2 Champions League перед нашими глазами. 1000 голды, чуть побольше, полторы где-то преимущество у ЕГЭ. Все меньше и меньше оно становится. По XP уже альянсы 1500 ведут. И альянсы, не торопясь, в развалочку умудряются доводить эту игру. Ну, пока еще не до победы, но в свою сторону вывернули уже. Редко встретишь данный предмет. На Лайстиллере куплен 44 раза из 1904 игр. Ты Ну да, вообще алебард это так. непонятно, зачем куплен этот артефакт, Лоди. Ну не то чтобы... Ну как бы нету здесь такого героя, там, которого вот просто нужно задизейблить любой ценой. Ну и ДК и Найтсталкер не являются супер такими крутыми прям дамагерами с руки. Ну вот может быть на ДК, конечно, можно будет Ну повесить. да, вот видишь, смотри, в чем суть. Мы вот как раз-таки ты говорил в начале игры, что оба героя толстые, и дамага у них не так много. Ладно, вернемся к этой теме чуть позже. У нас здесь готовится Да, нападение. раком. Альянсы напирают и тем самым будут задирать и заставлять Сейчас драться Фир должен ЕГЭ. запрыгивать в кучу, но кучи как таковой нету. Скоро Ой-ой-ой, там. хукшот мимо! Ну, Все. Клокер, фиссуркой подцепили. С4 прыгает на него, раздамаживает его хорошенько, но успеет нажать? Нет, ничего не успевает. Когами подтолкнула, трещина продамажит очень жестко. ЕГМ раскастовывает станчик. Драгонайт пытается сваливать, за ним Адмирал Бульдог выехал. Адмирал Бульдог получает кучу урона, получается у него сделать фраг, но сам тоже отъезжает. 3 в 1 размен, 3 в 2 размен. Погнали за Фиром, Фир выживает. Лода под сайленсом отсюда уходит. И динается Тауэр, будет динать его, он динайбл.
Ну, смогли все-таки заковырять S4, но при этом там ульт Элдер Титана. Ой, врыв все-таки! Возвращается! Ой, какой камбэк просто от S4. Нужно выкинуть Soul Assumption, но не вот дотягивает. Царь. Ты видал, как он отрезал? Ну, просто царь. Если б не эта фиссура, 100% бы убили. Тауэр тоже, кстати, забирает. Лода решил, так, ребят, пока там разбирайтесь, а я Тауэр сломаю. Денежку поднял. Так вот, забрали все-таки S4, но при этом Elder Titan, по-моему, своим ультом попал аж в 4 героев, снял огромную кучу хп. И, кстати, возвращаясь к Heaven's Helberd, стоит заметить, что у Dragon Knight, который решил собраться на урон, у него нету БКБ. Вот, я вот именно об этом-то и хотел сказать. У них есть два толстых героя, которые могут, что Найтсталкер может в дамаг одеться, купить себе там какой-то армалет, фейзы, башер там, и пойти в какой-то, не знаю, в какую-то Тараску, Кирасу. Либо это может сделать Dragon Knight, купить себе вот Shadow Blade, Кирасу, барабаны, как он сделал, далее какие-то криты, и быть очень хорошим ДПСером. И, соответственно, они решили это, взять роль эту Dragon Knight, потому что он все-таки поплотнее будет лейте за счет своей сплыши под ультимейтом. А есть лайфстиллер, который просто-напросто алебарду на него повесит. Сейчас он не так страшен, Dragon Knight, но если вдруг он станет страшен, эта алебарда будет очень и очень и очень полезна. Поэтому я ну думаю, да, у ДК действительно есть сплэш, плюс у него пассивка дает очень много армора. Это причем армор, что вот чем хорош ДК, армор дается зеленый, и он не сбивается Элдер Титаном. Это статистика от нашего статиста. Вырвались вперед по голде. Первый раз за всю игру. Хорош. Ну, это действительно так. Если мы посмотрим на графики, Альянс переламывают. Ну, Evil Genius, судя по всему, имея преимущество, пока что медленно, но верно катится к тому, чтобы проиграть еще одну игру, потому что просто здесь делают все, что хотят. Ух! Магнус, блин, господи, как же далеко у него, это 1200 рейнджи, вот, все привыкнуть не могу к этой длинной дистанции. Обычно вот профессиональные дотеры, они не кастят, вот, прям, если они кастят, они вот, ну, вот примерно вот настолько где-то. А этот просто вот так вот до конца по полной подтащил, блин. В общем, действительно... Очень, очень далеко везет скьюер. А помнишь, ведь буквально год назад у Магнуса, ну или когда его ввели, у него же скьюер был с первого левела на максимальный рейндж. Да, это было вообще дико. И скьюер работал на героев БКБ, он отвозил БКБшных героев. Это же вообще такой он был имбалансный тогда. И дамаг сурты. Ну, блин, да, все фиксится. Фрог, он не дремлет. Благо, вот в этом плане Вальф, конечно, ну не Вальф, а именно сам Фрог, он заставляет работать, ребят, говорит, ребята, тут выше надо сделать патчик, а то вот есть тут у меня... Нашалил я немного с одним героем, он, короче, под БКБ увозит на 1200 рейнджи на первом левеле даже, вот, у него там ульта нереально круто дизейблит, а еще нереально круто дамажит, и мне надо его чуть-чуть подрезать. А вот сколько он, наверное, просит добавить там Тэчеса и остальных, ну, видать, Вальвы такие, братюня, ну, давай вот потом. Да, Тэчес, конечно, может совершенно дико. Ну вот, кстати, в эту доту он войдет, я думаю, в CM, ну не так дико, как он бы вошел в старую версию, когда там она была более такая пассивная. Там бы, думаю, Тэчес вообще был невероятно опасен. Ну что ж, Doom 2600 имеет, пока что до БКБ он не добрался. Я вообще не уверен, что это будет БКБ, может быть, соберет еще одну алебарду. Владимир собирает себе Элдер Титан, у Лода уже появился Башер, и он спокойно фармит, так и выходит в... Аганим, естественно, ну и СФО пока что остановился на БКБшке, но я думаю, что следующий там вполне очевиден. Это должен быть рефрешер. Рефрешер — это всегда круто. Да, две ульты, два БКБ, конечно, круто. Ну, посмотрим. ЕГЭ со своим пиком, они должны осознавать, что с каждой минутой они все слабее и слабее. Но, к сожалению, сделать они ничего не могут. Они нападали, стоит отдать должное, что они не стали там сидеть, что-то там в какой-то глухой обороне и тупить. То есть, обычно, вот я помню, игра была вот у имперцев, они как-то играли не в свою доту, и в итоге ликвидом проиграли только потому, что играли в какую-то... Ой, СФО напали, я думаю, убьют, да.
Ну даже вот. Без ульта Шейкера, ну Шейкер просто не дал ему выйти из станов вместе с Джио, убивают СФО. Ну как бы точечные уколы тоже какие-то наносят. Ну, посмотрим, пока что не видно какого-то, вот знаешь, следующего переломного момента. Да, Alliance выровняли игру, да, у них сейчас все уже в порядке, и в общем-то они эту игру не проигрывают, как было изначально, но не видно какого-то переломного момента, который, я думаю, будет в скором времени. Джио бежит под Shadow Blade. Как же тут прочувствовал. Ага. Успевает. Ну вот они дерутся друг с другом, но Lifestealer Dragon Knight Asgris точно не сможет. Аки как... тут уже стерло. Там просто какой хукшот был, шикарный. От Клокверку он отрезал героев поддержки, но Doom за счет своего фурстафа ушел, Lifestealer тоже ушел, в итоге забирают только Аки. Это, можно сказать, малой кровью отделались. Ну вот Рошана там... сейчас надо забирать. Отделались-то малой кровью, но при этом они дали возможность забрать Рошана. Что даст преимущество, конечно же, ЕГЭ. Или нет. Тут потому что уже полетел... Фамильяр. Аки. Да, выходит Магнус, Рошана. Вот мы видим, что дамага-то у ДК не так много. Да, он сплэшевый. Да, если он там купит себе артов, он будет действительно разрывать очень прилично. Но пока что... Нет, ну все, заберут. Педальки ни у кого нет. Надо забирать, забирать, забирать. Оп. Так. Ой-ой-ой, как больно. Минус Клокверк. Выбили Аегис, Клокверка убили. Пытается там Адмирал Бульдог. Джио, господи, там его втроем, просто втроем нашпиговывают. Юзаются Дасты, немного поздновато от ЕГМа, но все-таки Джио отсюда уже не уйдет. Да, вот Альянс, это двое были в таверне, пришли. И не дали. Вот что значит, нет медальки ни у кого в команде. Была бы медалька, Рошан под медалькой падает там, ну, нереально быстро, учитывая, что у них еще есть Кираса. Вот никто не купил медальку, а это печально. Ни у кого ее нет. Некому, по сути, покупать. Может быть, как-то ЦМ-ка могла это сделать. ЦМ-ка, кстати, посмотри на ЦМ-очку. Саппорты команды ЕГЭ, по-моему, имеют... Хорошо себя чувствуют. Они вообще какие-то прям... Фир там ходит с даггером. 2000 голды у него, кстати, еще сверху. Фогет, штук 700. Форс бегает с Огр Клабом, Стиком, Брасером. Кстати, мы вот сказали про СФО, то, что он всегда юзает на максимальный рейндж. Ты видел, как он сейчас QR дал в ЖЕ, чтобы сбить ему ТП? На один пиксель, по-моему. Вообще-то было только слышно вот это мычание Магнуса. Все, и даже не видно, но ТП было сбито. Ну, потому что там куда-то увозить его было страшно. С Рошана, с Рошпита лучше было там забрать. Ну, и в итоге Рошан выходит очень как-то боком. Казалось бы, забрали Рошана. Ой-ой-ой. Богатую цемочку привезли. Отобрали у нее часть денег. Да, вот эта штука у Магнуса тоже, конечно, шикарная. Как бы такой еще герой, который может вытянуть вражеского там саппорта или любого другого некое героя. Подобие слапа Венги, только... Да. Только сам тоже оказываешься там же. Нет, ну Венга-то теперь тоже может так же. У нее же теперь есть, ну, даггер. Даггер, да, да. Слап это гераут. Очень такая читерная штука получается. Но только вопрос в том, что Венги нафармить гораздо сложнее этот даггер, чем... Ну, мне не так и нужен, просто как Магнусу. Магнусу-то без даггера никуда, а вот Венге непонятно, нужен он или нет. Итак, мы видим, что 13-19, Альянс уже практически выровняли счет по киллам. Ну, во всяком случае, всего 6 фрагов остаются, хотя вначале они там что-то типа 8-0 проигрывали и продолжали. Ой-ой-ой, Титана поймали. Ну, БКБ степнется. Ну, ЕГМ, он вообще любитель так подзагулять, у него уже пятая смерть. Но, да, как ни странно, айтемы у него есть. Но эта смерть ничего, в принципе, не решит. То есть она ничего не даст сделать. Это просто дополнительный фарм для Джио. Он шел на топ пофармить, и тут еще и ЕГМа убили. Я думаю, он только за. Как ни странно, эта карта с огромнейшим трудом дается Альянсам. Они вначале проигрывали, вот сейчас вроде начали переворачивать. Преимущество получили уже минут так... Сколько там сейчас у нас... Ну, где-то прошло, наверное, минут 5-6, преимущество даже больше, минут 7-8, как на их сторону переместилась экономика, но при этом не совсем жестко наращивает. Вот только разве что последний момент, почти там 3000 набрали себе голды, но это не супер много. По XP4, вот он, врыв на лоду, очень много дизейбла, фиссура, ну там просто жесть нереально. Там еще и Abyssal. Да, MSS. Не дали бы даже в Рейдже уйти никуда.
Вот ЕГЭ наносят ответный удар. Эта игра будет крайне жесткой. Реально, это одна из, наверное, самых серьезных таких противостояний. Обе команды до последнего воюют. И, казалось бы, у ЕГЭ шансов в затяжной игре все меньше и меньше должно быть. Но ты посмотри на этого Найтсталкера. Он не дремлет, он фармит. У него 5-1. Он не фидит, он убивает и стабильно фармит крипов. 160 имеется у него. 13-400 нетворс, 15 у Лоды и 15 имеет Джио. То есть, и 13 у Адмирал Бульдога. То есть, Найтсталкер с Бульдогом, вот Дум вместе с Балонаром одинаково параллельно убивают СФО. Да, сверху убивают, но здесь ничего как бы такого не было. Просто ДК в Shadow Blade. Очень напоминает мне эта игра, матч, ну, вторую игру с Virtus.pro. Там тоже была такая очень аккуратная дота, и периодически какие-то были уколы. Но, конечно, не знаю, не хотелось бы, наверное, повторения, потому что там в итоге все вылилось в супер лейт, 60 минут, и просто команды очень мне сильно кажется, боялись вот сейчас... друг на друга напасть. Вот, мне кажется, сейчас это и будет. Потому что реально Dragon Knight'у раз фиданули, два фиданули, у него уже скоро либо Дейдалус, либо МКБ. Кираса, Shadow Blade, это реально у него уже там очень хороший, у него уже все с плашом идет. Атак спид у него очень хороший, там почти 2 удара в секунду. ДПС, соответственно, 200 урона, ДПС 400. 400 ДПС в АОЕ, это реально очень круто. Плюс у него там огромный мувспид и так далее. То есть плюсов у него огромное количество. Дядька крайне опасен. Это не какой-нибудь там, не знаю... Какой-нибудь Мипо. Керри тоненький, типа... Хотя какие керри тоненькие у нас бывают? Таких тоненьких керри-то и не да бывает. Да любой расфармленный вот такой вот герой, у которого есть способность какая-то наносить урон, он может быть опасен, если соберет много артов. И, в принципе, ДК уже... Ну, МКБшка, это будет хороший артефакт, потому что как раз-таки... Очередной. Ты вот посмотри, очередной да, пришел. Да-да-да. Я вижу. Прямо смотрю на этого EGM, но он, видимо, тоже понял. Я отошел. ИСФО, кстати, купил себе форстаф. Это тоже одна из его таких фишек. Он иногда покупает еще и этот артефакт. Ну, для Магнуса, которому невероятно важна мобильность и выбирать то место в драке, в котором... Ну, которое он захочет, этот артефакт не является прямо таким уж плохим. Действительно, там, зафорстафиться, потом запрыгнуть, или наоборот, если не будет скьюера, потратить форстаф, чтобы выйти из драки, это вполне себе неплохое решение. Но пока что очень тяжело, мы видим, альянсам дается, вот, начало даваться какие-то ганги, то есть они не применяют... А знаешь вот почему? Вот посмотри на Адмирал Бульдога. Что у него изменилось? Он всю игру фармит. Ну, то есть... Парень, конечно, имеет там 10 ассистов, вот единственный, наверное, минус для него, то что у него одни ассисты, нет фрагов, один всего фраг. Но это Думбрингер, на 40-й минуте Думбрингер с нетворсом в 14 тысяч, даже у Балонара 14 тысяч, Балонар это вообще герой, который должен там заканчивать к этой минуте доту. Что за фигня? Где айтемы у Адмирал Бульдога? Кто вообще фармят? Лода зафармил Линкин, Клокверк зафармил Башер. Джио вот. Зацепили, не дают ему здесь утащить. Хорошо, врывается Фир просто богоподобен. Господи, что он вытворяет? Врывается здесь еще Юниверс, хорошо. S4 минус, байбека у него, судя по всему, нет. Джио отступает, когами отрезает. Лайфстиллер сваливает линка там. Я тоже не понимаю, на самом деле, нахрена эта линка нужна, но типа Абиссал блочит, может, там. Боится, нет, боится то, что ДК может его из Shadow Blade как-то инициировать, либо Шейкер, и, ну, ради этого купил, чтобы хотя бы один стан успевать и выйдить, и дальше уже включать рейдж. Тут ну, только толку. Здесь царский сыграл Фир. ДПС-то где? ДПС нужен. Ну, хотя у него 280 урона. Мне как больше бы. Интересует Клокверк с Башером. Вот оу, это вот МСС. Реально. Что он здесь делал? Что делал МСС на 40-й минуте вот здесь? Он фармил. Репортед. Просто репортед. Да. Ребята. Ну и вот Дота вступает в ту стадию игры, где у каждого героя там... Даже ЦМ-ка может фактически решить исход, если раскастует где-то свой ультимейт, потому что ну, дамаг у нее очень большой. Скоро 16-й еще. Скоро 16-й, да. Клокверк, судя по всему, этот башер был скорее для Эбисала, чтобы иметь возможность бить лайфстиллера в рейдже, ну точнее, не давать ему бить в рейдже. Мы видим, что БКБ появляется уже и у ДК, и у Evil Genius, если мы посмотрим на графики, они проигрывали 4000 альянсам, но опять они как бы вернули в ноль золото, по опыту даже ведут. Но вот самое интересное то, что альянсы, продолжая выступать по фрагам, они все равно фармят больше. То есть они до сих пор впереди по золоту. И так было всю игру. Обычно при счете 23-14, но это 10к отставание. А тут они на 1000 еще и ведут.
У Бульдога наконец-таки появляется Кираса. Сейчас он себе ее принесет. Но Бульдог, конечно, это, наверное, один из самых слабых тумбрингеров, которых я видел за последние там пару месяцев. Это пипец. Надо ему пару реплеев в исполнении мага посмотреть. Тот задрот знатный этого героя. Да и, в принципе, быть задротом Думбрингера, это все равно, что быть задротом Лайфстиллера. Две кнопки любой должен уметь. По-моему, просто Бульдогу не очень хотелось сегодня играть, и за него играет его кот. Ну, потому что действительно как-то так расслабленно, нету никакого шадоу-блейда, хотя вот в том же матче против ВП, второй игре, он так жестко напрягался этим шадоу-блейдом, все время врывался, и... Ну, это очень опасный герой, просто повесил на себя ульту, все, ты ничего не можешь делать. Ни БКБ, ничего не прожать абсолютно. Ну, здесь он действительно очень пассивный, и самое главное, ему... Ну, ему вообще не хочется ничего менять. Он продолжает фармить, и... И все не здорово. Фармит при том, у него должен быть сейчас топовый нетворс. Причем он должен перегонять там тысяч на 5. А все свои. Фармят, потому что Лайфстиллер тоже фармит. СФО, GM фармит. Это все такое. Фармят. Просто это Doom. У него бонусные 100 голды каждые 40 секунд. 100 голды каждые 100 секунд. Притом этого крипа, которого ты съедаешь, за него тоже золото дают. Крипа, чтобы убить, ты на него тоже тратишь некоторое время. А здесь просто полсекунды там, чтобы закастить обилку. И ты съел крипа и получил за него бабло и еще сотню сверху. То есть, как бы это очень дикая штука. За 43 минуты можно там нереальное количество денег поднимать, но это очень мало. В общем, Адмирал Бульдог явно не доигрывает. Это 100%. Он, наверное, особо и не ест. Вот сейчас он ест, наверное, только крипов, которые не дают ауру, не хочет сбивать все волка. Не знаю, насколько это важно. Ну да, действительно. Не, это важно, конечно. Волка большой. Нужно оставлять, но по сути обычных крипов. Ну ладно, не будем, в общем, вдаваться в подробности. Там на самом деле у всей команды. Ой-ой-ой, напали на лоду. Лоди могут не дать ничего вообще проюзать. Так, Линкин сбили, подрубается рейдж. Все, Найтсталкер бегает в Думе. Дум бежит в БКБ. Да, да, это очень хорошо. ДК ворвался на лоду, но он один вообще. Что происходит? Шейкер, какой рассказ! РП от Магнуса тут же. Цемка въезжает на фурстафе в БКБ, Новый год. Но Элдер Титан сбивает ей ульту своей ультой. И, судя по всему, альянсы разбираются здесь. Хотя нет, лоду Чье забрали. Чье дерется до последнего с 4 минус. Обалдеть. Два байбека идет от альянс. Оба побиты это у ЕГЭ. Это тимвайп. Выкупился Лайфстиллер и Думбрингер. Они убили всех. Фантастика. Просто что сейчас сотворили Evil Genius? Как они смогли вернуться в эту драку? Ну, на самом деле, я вот сейчас понял, что у альянсов есть две ульты, пробивающих БКБ. Ну, то есть это, во-первых, ульта Магнуса, во-вторых, ульта Элдер Титана, которая стягивает. И Цемки сейчас сбила она Новый год в БКБ, это было очень печально. Лайфстиллер заходит на Рошана, мы видим, что уже появился Дейдалус у Dragon Knight, и Dragon Knight уже неплохо разбирает в куче стоящих врагов, но будет еще лучше. Кстати, возможно, то, что все оказались в куче, это сыграло свою роль в драке, и ДК ну вот просто... Ну Шейкер ворвался, Дум съел не того волка. Кстати, ло! Я же говорю, Адмирал Бульдог сегодня явно какой-то точно кот играет. Ой-ой-ой, интересная ситуация у Рошана. Аегис, кто забрал Аегис? Кто да, все, забрали альянсы и Рошана, и Аегис. И они видят ДК, потому что тот стоит на варде, и все плохо. Он дерется, ты посмотри, получает башем по голове. На развороте дает Dragon Tail, надо отсюда сваливать. Адмирал Бульдог, тычка у него довольно жесткая, но здесь Дейдалуса прилетает, пару критов убивают. Аке, минус Аке, МСС, но фиссура отрезала, эфир не очень хорошо. Его просто закрыли, как, я не знаю, бубуина в клетке. Он там мечется через эту фиссуру, грызет кого-то. Там даже на Найтсталкера хватило пару тычек дать, но дальше лода не прошел. И в итоге забирают Думбрингера и Аки в размен на Рошана и Клокверка. Ну, не знаю, на мой взгляд, альянс хорошо поменялись, потому что они забрали Аегис и, в принципе, ну, они еще потратили два байбека, ты понимаешь? Это очень дорого. Да, это печально. Это очень дорого. Два байбека ради вот этого всего. И потери-то довольно высокие. Ну, посмотрим. Игра крайне неоднозначная. 18 на 30. Очень интересная интрижка сохраняется до сих пор. Даже вот не знаю. Но, конечно, мне нравится Фир
вот в этой игре стоит отметить игру именно его. В том замесе Фир ворвался раньше, чем это сделал S4, и тем самым он помог, он нанес, во-первых, кучу дамага, при том, что там, ну, по сути, почти все имеют рейджи какие-то там, БКБ и так далее, но он смог ворваться до всего этого и надамажить очень прилично, и задизейблить. И в тот момент, когда ворвался S4, все игроки команды Альянс тупо были под дизейблом, и поэтому так быстро разобрать под ультимейтом Магнуса не получилось. Очень Фир шикарно отыгрывает, просто, ну, прям богоподобен в этой игре. Действительно, его ульты входят, да и просто фиссуры, его станы входят очень вовремя. Ну и мы видим, что все уже становится совсем неясно, потому что вроде бы отличный пик у альянсов, но весьма странный итембилд лайфстиллера, весьма странная вообще их игра в целом, то есть крайне мало агрессии. И последние драки указывают на то, что Evil Genius могут, действительно могут навязать борьбу. Ну, конечно, то, что есть и Кираса у альянсов, и Шива. Но, правда, и с другой стороны тоже есть и Кираса, но Шивы нету. Очень я много не аур. Понимаю, вот почему у Аки так мало айтемов, где его визаж, вот, Адмирал Бульдог и Аки явно играют одной рукой, это стопроцентно, вот, фамильяры ничего не фармят, они просто летают за Аки, перелипшие как пиявки, я не понимаю, почему он вообще никак их не использует. Может быть, ну, если сейчас, то понятно. Ладно, сейчас они нужны, вдруг начнется файт. Но до этого иметь на такой минуте 48 минута point booster и ПТ, ну, по-моему, это совсем печалька. Адмирал Бульдог. Позвонили ему, видимо, на телефон. Он съел нужного волка. Все нормально. Да, вернулся. Мы видим какое-то засилие просто фурстафов и БКБ в игре. Если их суммарно посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь БКБ и четыре фурстафа. С ума сойти. Просто итемы номер один. Так, на IGM могут напасть. Джио, ой-ой-ой, IGM, фурстаф. Ну, форс, вот он, врыв от Юниверса, очень неприятно Аке. Форсов больше нет, Аке отъезжает, врывается S4. Реверс Полярити выписывает по двоим, БКБ заканчивается, Джио отъезжает, Юниверса начинает растаскивать МСС. Ох, шикарнейший врыв от Фира, господи, какой-то маг. По думам фогит. На ЦМ-очку Дум вешать, конечно. На кого еще можно вешать Дум? ЦМ-ка отъезжает, там Лода с инфеста забирает. Джио под инвизом, не стали гнаться, там просто форсом нет, подсейвили. Нет, про ЦМ-ку зря, ей там нечем было сбить ульт, и все правильно делал. А Элдер Титана вообще выкинул куда-то наверх, через булыжники, в лес закинул когами. Он пока раскастовывался, слишком много бы времени прошло, поэтому Бульдогу ничего не оставалось, кроме как вешать Дум на ЦМ-ку, которая пока кастила ультимейт. Ну, в принципе, хорошо, сейчас подрались альянсы. Просто, знаешь, когда ты видишь картину на 50-й минуте, как на ЦМ-ке висит Дум, это наводит на довольно странно. Ну вот, вот опять же изменения. Насколько суппорты теперь становятся круче. К такой минуте шейкер там упакованный. Какой нахрен это саппорт? Бегает там 2400 голды. ЦМ-ка тоже, форс, ПКБ 2200 голды. Ну ничего себе суппорты. Что эти все товарищи собирают? Плейтмейл, плейтмейл, плейтмейл. Это будет две Шивы? Или две Кирасы? А ты, где у плейтмейл ты еще видишь? А, у Найтсталкера? У Шейкера. Кираса есть уже у Джио. Ну, то есть, засилие просто армора какого-то. Ну, там армор, конечно, нужен на такой минуте. Это раньше там, если взять какого-нибудь... Ну, Шейкер, наверное, Шиву соберет, скорее всего. Ему вполне неплохо, она пригодится. Кираса уже есть, Найтсталкер. Я даже не знаю, что он купит с этого плейтмейла. Может быть, он ничего не будет покупать, просто оставит его, а соберет какой-то другой айтем вместо стиков. Хотят реализовать Аегис, который все-таки остался в прошлой драке. Ну, 30 секунд у них остается. Наверное, уже ничего не успеют. Не успеют реализовать, действительно. Напомню, кстати, что я вот не уверен, но по ходу дела опять на USST играется матч, потому что, ну, как бы пинг одинаковый. ЦМ-очку, ЦМ-очку. Килл ЦМ-ку. Да, ну, поймали. Байбэк, кстати, есть у ЦМ-ки в случае чего. И сплитпушат ЕГЭ. Если альянсы пойдут дальше, они потеряют Т3. И ЦМ-ки даже байбэкаться не придется. Должны сейчас альянсы вернуться.
Да, Магнус вместе с Лодой, они там на пару вернулись. Некоторые остались на топе. Юниверс тут будет как-то пытаться вылавливать, но там фамильяры очень грамотно летают. Не дадут. Ну да, бежит эта астральная проекция, и Адмирал Бульдог уже здесь. СФО просто отпушил лайн, возвращается. Очень далеко заходит Юниверс, вот он здесь рискует, потому что ну, ему-то не смогут очень быстро помочь. А СФО внутри посадил еще и лайфстиллера. Да, они вместе вниз прилетели. 4 косаря у этого носорога Магнуса. Ну, я даже не знаю, будет ли это Шива, будет ли это рефрешер. В принципе, это может быть как рефрешер, так и какой-то, может быть, итем на урон, потому что урон-то у лайфстиллера не так много, и вообще нет ни одного персонажа, на которого смотришь и прямо, ой, вот это урон. Ну, разве что ДК неплохо подсобрался, и то, в принципе, меньше 300 урона для 53-й минуты, это не так много для доты, в принципе, там. Посмотреть в этот момент на какую-то, я не знаю, луну с полным запаком, или ту же фантомку, я думаю, там бы значительно большие суммы были. Ну да. Но дело в том, что вот нужно было собирать несколько другие арты. Вот сейчас ДК, если купит сатаник последним артом, у него как раз будет нормальный урон, сатаник ему много даст. Ну и плюс убить его будет невероятно сложно с сатаником. Снизу продолжает Найтсталкер пушить, у него есть ТП, у него есть, мы видим, талисманчик на эвейжен. Ну и очень аккуратно выходит Лода, у него уже нет Аегиса, ставит фиссуру. Клокверк попадает в кого-то хукшотом, в Джио. Да, вот это, конечно, ошибки печальные. Но в любом Сталкер-то случае... снизу тоже там терроризирует лайн, боится, конечно, вдруг к нему кто-то прилетит. Или если начнется файт, нужно тоже успеть туда прилететь, иначе... Можно просто, пока ты тпшишься, не успеть на файт. Dragon Knight и ультимейт тоже не бесконечный, надо как-то пытаться его реализовывать. Навязывают драку ЕГЭ. Минус бараки. Бараки минус падают, бараки, и Альянс начинает отступать. Адмирал Бульдог под Abyssal Blade. Бульдога очень хорошо раздамаживают. Реверс полерите, шикарный получается. Шива, Джио, никакого урона вообще из дизейбла не вылазит. Фир врывается, дает шикарнейший раскаст. Фир остается лоу хпшный, сваливает Фир. Минус Фир. МСС тоже отъезжает. Альянс минусует троих. Двое байбекаются. Три игрока Альянс тоже байбекаются. Врывается сюда Фир. Погоня за Аке. По головешке даст ему? Даст. Тут Магнус таранит троих, говорит, ребята, отстаньте от... Ну тут толку, я не знаю, что делать. Зачем вот S4 сейчас ворвался? Тиммейты байбекнулись? Смысл? Не вижу смысла вот этих действий. Надо было нам наоборот, наверное, в обратную сторону скьювер юзать. Тиммейт это трое вот здесь. Посмотри, СФО уже стпшился. На самом деле, Лоди сейчас ни в коем случае нельзя умирать. Если он умрет, он будет 200 секунд в таверне сидеть. Потому что на момент байбека у него там 100 с лишним секунд было. О, господи, да, да, есть такое сейчас. Это жесть. Это просто... Ну, они идут до конца. Джио без байбека и как бы... А там, в принципе, тоже нету байбеков. И решают все-таки альянсы, что на их стороне... Ну, вот уверенно играют здесь. Ситуация достаточно... Неясно, стоит ли здесь нападать или нет, но они решают, что да, мы можем. Есть у Клокверка хукшот. Ну, просто ломаю вторую сторону, и мы понимаем, что альянсы были полностью правы. Джио-то... У них есть еще 50 секунд, почему они уходят? Почему бы они, не пойти они, дальше? Они просто переходят на следующую сторону. Перегруппировались, я понял. Очень не хочется заходить им на вражескую базу, там, с этим шейкером. Владимир, мы видим, покупает. Если есть тайминг, шейкер. То они должны понимать, что у шейкера это еще эхо слэм в кулдауне до сих пор. Но нет, уже... прокастил шейкера. Да-да-да, то самое. Ага, бульдогу. Что братюня хотел? Сюда иди. Бульдог вообще плевал на этого клокера. Затоптал. Реверс полярити по двоим. Из руки ему, из руки. На дума. Дум повесил на шейкера свой ультимейт. Хорошо. Разносят. Затоптал. Но они втаптывают одного за другим. Два байбека, конечно, есть. Джио сейчас воскресится. У шейкера байбека нема. Ну и, соответственно, здесь уже мега крипы. Тут уже перевернуть просто нереально. Начинается финальный, так скажем, батл. Фоги-то разносят. Еще не мега крипы пока что. Там сверху да, стоит да, барак. Пошел, Крисус. Не, просто Магнус затаптывает. Я не знаю, как в этом. Как в Короле Льве там. Ой-ой-ой. А Лода-то уйдет или нет? Ну, рейдж и ТП, да, все, уходит. Вся команда Альянс фидонит, кроме Бульдога. Этот свое дело знает. Пошел, добил барак. Добил барак, мега-крипы. Ну, молодец. На самом деле, вот в этом плане Бульдог очень, ну, пока там какой-то хаос творится, слинять из битвы, это как бы не очень благородно.
Нет, какая-то просто посередине карты пролетела только что тычка от ДК, вот эта ледяная. Что это за хрень, да, я только думаю. В такие моменты ты понимаешь, что уже хватит. Да, не, ну это, конечно, не Маус там против кого-то, где летали какие-то вообще невероятные вулканы на карте. Так да, 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 я помню, это вообще дикость была какая-то. Ну, что-то близко. Лода ждет Магнуса. Магнус вообще там на пенсии, потому что он тоже байбекался, умер 100 с лишним секунд в таверне. Но вот мне интересно посмотреть, что будет, когда Лода в следующий раз умрет. Жалко, что, ну, вряд ли мы это увидим, потому что здесь уже все очень печально у ЕГЭ. Но это был бы рекорд по времени, просиженному в алтаре. Абсолютный. Я вот ни разу не видел 100 секунд в предыдущей доте. Ну, то есть, там вообще возможно было такое? Ой, если честно, я не буду врать, я не мастер в этом плане, но я помню, что 90 с хреном секунд было. Ну, 90, да, вот сотни не видел. Сотни здесь уже там 118 у Магнуса, по-моему, было. Ну и там 100 с чем-то. Вот Лода поставил бы реальный рекорд, потому что у него там очень было большое значение на момент байбека. Ну ты посмотри, мега крипы. ЕГЭ в любом случае играет до последнего. Очень обидно сливать эту карту. Ну, просто шикарнейшая, конечно, получилась игра. Это однозначно самая зрелищная игра на данный момент в Dota 2 Champions League. 99 секунд, пишет, подсказывает нам статист. Вот, я тоже помню, что 90 с хреном секунд было. Ну вот 100 я тоже ни разу не видел. Возможно, действительно, это максимум. Ну, действительно, очень похоже на матч ВП Альянс. Затем, за той лишь разницей, что ВП там тоже сломали пару сторон, и в итоге там финалка была очень красивая, прямо на базе, прямо за трон. Здесь, скорее всего, финалочка будет уже формальная, потому что Evil Genius против мега-крипов, а дефить... Сыра Егис еще в активе у Альянс. Не, ну Шейкер-то может быть и рад, что там будет куча крипов, и он там как ворвется, но как бы... Сожжет видим... видеокарты всем зрителям. Да, мы видим, что дамага уже не хватает с его ульты, то есть... Он врывается, он снимает половину хп, но этого недостаточно. Все потом отхиливаются там какими-то спылами, сиками, Владимирами. Ой-ой-ой, Клокверк, психанул, ворвался, ВГМ, разбил Эбисол ему в лицо и чуть не умер от фамильяров. Все, Джио. Выживает. Джио под Думом находится, реверс полярити по двоим. Шейкер ворвался, попал там на трещину. ЕГЭ. О-о-о, Шейкера просто стерло. Ну там вообще всю команду ЕГЭ стирает. Джио байбекается, но у него нет ультимейта и нет всей команды. Да, вообще. Исфо просто катается из конца драки в другой конец на форстафах, скьюерах. Развлекается. В общем, да, мы видим в очередной раз, какой огромный просто, я даже не знаю, как это назвать, запас прочности, что ли, у команды Alliance. То есть абсолютно непробиваемые они морально. Начали эту игру со счета 8-0, но совершенно не паниковали и в итоге закончили... Ну, закончили проигрывая по фрагам. Да. Альянс Дота. Шикарнейшая игра. Ну что ж, ребят, сейчас небольшая пауза, никуда не разбегайтесь, буквально через несколько минут будет следующая карта, и вернемся к вам через пару минут.